29-летняя певица Виктория Дайнеко призналась подписчикам в Инстаграм, что ее свадьба была глупым поступком. Певица опубликовала в социальной сети фотографию и написала, что только платье, оставшееся от прежней семейной жизни, оказалось пригодным. Также Дайнеко добавила хэштег «Годовщина глупости», намекнув тем самым, что свадьба с барабанщиком Дмитрием Клейманом была ошибкой. Пара поженились в апреле 2015 года, а в марте 2017 объявила о своем расставании. По слухам, проблемы в их семейной жизни начались почти сразу же после свадьбы, однако рождение дочери помирило супругов. Но, как оказалось, ребенок не спас брак родителей, и они все-таки разошлись. Отношения не сложились не только с мужем, но и со свекровью. Не так давно было известно, что Виктория не разрешает ей видеться с внучкой. Подписывайтесь на канал и смотрите самые горячие новости шоу-биза. Покеда!